Прости меня, своего господина. Я был 40 лет в далеких краях. Осталось поймать мне последний тот джина. И он у меня почти что в руках. Власть искусил, уже не отступить. Дорогу осилит, преграды сметет. Все было не зря, и час уже близок. Могущество джина на мне перейдет. Жестокая душа, да когда уже опасна. Поэтому она хорошо, ужасно. Гранита она тверже, и сады черней. Могли в ней дом родной, вечный край чьей. Не буду, когда во мне слов усилить. И сердце сковал не тающий лед. Я маг и колдун из царства Махриба, что спрятано в доме бескрайний болот. Там солнечный свет увидишь едва ли. На улицах тихо, не слышно жичей. Там окна и двери заложены камнем. Ведь царство Махриба — это царство теней. Жестокая душа, а когда любасна, поэтому она хороша, ужасна. Гранита она тверже и сажи черней. Могли ее грануной вечный край теней. Тени, 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 тени домой. Тени, 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 сердце проскользнуть. Не прогнать, не убежать, не в угол не загнать. Тени, 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 тени. Ты говоришь, дом Аладдина там? Да, и пройти он сможет только этой дорогой. Вы не пропустите его, мой господин. Хорошо, мне нужны такие люди, как ты. Этот Аладдин, этот местный мальчишка, да покарает его небеса. Покарает, обязательно покарает. А теперь спрячься, ты мне скоро понадобишься.